здравствуйте! Сегодня я хочу немножко поговорить о розыгрыше. Разыгрываться будут семена цветов, которые я вырастила сама и собрала в этом году. Многие, наверное, знают, что я увлекаюсь и горочными альпийскими растениями, еще какими-то не совсем обычными растениями. И поэтому сегодня я хочу разыграть три приза. Это будет по 5 пакетиков семян. Я сейчас озвучу, вот у меня тут семян, чтобы не голословно. Всяких разных тут у меня семян. Это все, как я еще повторяюсь, мои семена. Вот сейчас я назову, что будет в этих пакетиках. Так, значит, горячавка синяя, горячавка розовая. Прострелы — это будет микс, они будут разные. Там есть розовые, бордовые, желтые с розовым. Ну, в общем, какие прострелы попадутся, это будет микс такой. Меканопсис бетоника или голубой мак. Семена. Опилея веровидная, розовая, низкая. Если, например, кому-то что-то из перечисленных не очень надо будет, могу взамен положить, например, очиток волосистый, пенстемон синий, невысокий, красивый, василисник, астранция. Ну, там, в общем, что-то будем решать. Но какое-то растение, например, семена где-то не нужны, я могу заменить пакетик на другие семена. Что для этого нужно сделать? Нужно просто написать: я участвую в розыгрыше, и быть подписанным на мой канал. В общем-то, это все. Такие простые правила. Разыгрывать я буду простым дедовским способом, так как я не очень понимаю в компьютерах. Вот только семянами. Возьмем шапку, я напишу все фамилии, какие будут, и буду вытаскивать там прямо при вас и зачитывать, кто выиграл эти семена. Вот. По времени будет это, скорее всего, неделя. И я оглашу, ну, то есть будем вместе с вами смотреть. Я буду при вас вытаскивать, это где-то будет следующая суббота, скорее всего. И мы тогда разыграем эти семена. Почему я вот сейчас это именно делаю? Потому что горячавки требуют стратификации где-то 2-3 месяца. И их сейчас можно уже посадить или под зиму, или посеять там с торфиком, с песочком, поставить в холодильник. Поэтому так рано. Некоторые там небольшая стратификация. Но вот насчет горячавок я как бы тороплюсь, чтобы вы успели посеять. Ну, вот так вот, мои хорошие. Давайте принимать участие, выращивать красивые цветы. Я сама выращивала семян. Все прекрасно растет. Ну вот, буду ждать ваших заказов. Нет, не заказов, ваших. Ну вот, пишите, что я участвую, и будем, в общем, разыгрывать. А потом посмотрим, что там, может, еще останется. Может быть, еще что-то устроим. Ну все, пока-пока. До новых встреч.